Сегодня отмечает юбилей наш земляк, кинорежиссер и писатель Дмитрий Михлеев. Автору художественных и документальных фильмов исполнилось 75 лет. Сейчас Дмитрий Михлеев живет в Белоруссии, но не теряет связи с родиной. Он родился в чувашской деревне Новая Ильмова, Республики Татарстан. В молодости работал горняком на шахте и настройщиком гармони. Отслужив в армии, будущий режиссер решил выучиться на журналиста. Его работы печатались на страницах татарских газет. После новый поворот – учеба в ВГИКе. Именно здесь он познакомился со знаменитым режиссером из киностудии «Беларусьфильм». Тот высоко оценил курсовую работу Дмитрия Михлеева под названием «Диалог о картошке» и пригласил поработать в Минске. Там он и живет, трудится более 40 лет. В его творческом багаже более 30 фильмов, но больше всего он любит снимать документальное кино. Многие картины Михлеева удостоились наград на престижных конкурсах. Документальное кино – это потрясающая вещь. Это высший уровень журналистики. Я объехал весь Советский Союз. Я был во многих странах европейских. Там. Это, как Ролан Быков говорил, да? Это, я счастливый человек, он говорил. Я хулиганю, снимаю все, что я хочу. Мне еще за это платят. Я снимал всегда, я уже говорил, детей, стариков и животных. Почему? Потому что здесь было ноль политики и возможность выразить себя, вот свою любовь, свое отношение.